Конкурс «Полифония сердец» появился в Краснодарском крае еще 4 года назад, но статус международного приобрел только сейчас. Члены жюри – педагоги высших учебных заведений и институтов культуры. Они не просто оценивали номера, но и давали советы конкурсантам. По словам организаторов, все участники в полной мере проявили свои таланты. На уровень фестиваля международного они стараются, участники, привести лучших из лучших. Поэтому здесь, мы, отсмотрев вокалистов, мы не увидели здесь каких-то слабых, там, посредственных сереньких номеров. Все действительно смотрелось достойно. Руководители творческих коллективов отметили высокий профессионализм в организации фестиваля, внимательное отношение к юным артистам и общую дружественную атмосферу. Это очень важно для детей участвовать в таких мероприятиях, поскольку здесь они учатся, они смотрят другие коллективы, набираются опыта выступления. Как говорится, а один концерт, одно выступление, оно равняется 10 репетициям. Очень зажигательно, необычно. Вышли первый раз на сцену, очень интересно. Задорно было, но, думаю, мы людям понравилось. За 3 дня жюри оценили более 360 вокальных и хореографических номеров. По итогам фестиваля анапчане привнесли в копилку города 4 гран-при. Лауреаты конкурса смогут бесплатно принять участие в фестивале в следующем году. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа Регион.